have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Всем привет! Всем здорово! Всем привет! Да, спасибо. Все, ребятушки, поедем мы сегодня в Build About for Treasure, но у нас немножко необычная серия, будет PvP. Мы втроем в этой штуке, но я не буду участвовать, я сегодня побуду наблюдателем. В другом корабле, ну, грубо говоря, корабле будет находиться другая команда. Посмотрим, кто вообще доберется сегодня до финиша, если кто-то доберется. Это было два ядра или это оно так глючит? Там 30 пушек. 30 пушек. Хорошо, я в принципе готов. Поехали. Жать? Да. Да, короче, давайте все начинаем. Нажимаем раз, ланч. Два, три. Ну, так. Мы как бы вот уже... Ой. А... Вот. Что? Вот. Гаси! Я что-то к такому не был готов. Я вот до последней минуты не видел, что у команды противника и на чем они собираются отправляться. Ай, как блин. Тяжело, ну ладно. Меня продамажили. Так. Сейчас. Мы не в ту сторону воюем, по-моему. Нам... Не, нам к концу все равно не надо. Блин, оно нифига не двигается. Я думал, что это будет как раз такая вещь, что мы будем потихоньку продвигаться и еще и воевать. Нет, конечно, как они до конца доедут. У них будет таймер для того, чтобы нас убить. Не двигайся! Да ё-моё! Ну попал же ж! Кот, давай ты, короче... Может кто-то еще ехать будет? Кот, ну он идеально там стоял. Поменяемся местами. Поздно. Нет, не поздно. Давайте, короче, кот, давай. Бегите! Бегите, глупцы! Где? Нет, вы не убежите! Вот давай ты там это стрелять будешь. Моё дуло! Оно моё! Куда тебя не там ваше. Задуло? И может, Мармок, обстреливай! Будем? Оно сломалось! Мы Мармок, обстреливай! Дави их! Ай! Надо было взять с собой пушку! Нельзя играть честно! Это сила мелких! Нет! Да, Это мелкосильные! Сильно мелкие. Да. Очень так, короче, сильные и очень мелкие. Оружие. Погодите, а сколько у вас изначально было? 4 этих танка? Да. Кто включил турботягу? Или кто-то гороха поел? Ну, это погодите. Я попытался этот подрубить немецкие что технологии. Что происходит? Обстрел! Так, ну это, наверное, все. Так, вылазьте. Идите на абордаж. Прям за... Я не вам, это была плохая идея. А, подожди, там у нас уже пушки были. Сейчас у нас уже пушки где-то... Мелкие не сдаются. А чё ты за мной спрятался? Огонь! Пустите меня отсюда! Почему меня так подкинуло? Блин, я как-то высунулся в люк. Так это да. Это специально. Типа, чтобы от первого лица. От первого лица это выглядит... Не, ну я понимаю, но... Нет, знаешь, в чем прикол? От первого лица я вижу тарелку арбузов, которая одета у меня на голове. Нормально. То есть я вот так поднимаю голову, и я вижу не свой цилиндр, а я вижу красную тарелку, которая у меня одета. Почему у нас башня сама двигается? Вот это мне тоже было интересно. Посмотрите, что мы умеем. Бом. По-моему, где-то крыша поехала. Ну все, по-моему, тут уже все. Помогите! Выпустите меня отсюда! Так иди сюда! А всё, запровали! Огонь! Оп! Ой-ой-ой! Мармок! Нет! Сейчас захватили их танк! Захватили! Ничего! Давай, взгляд по нему! Так! Кради танки, кради! Кстати, по-моему, тут же нету дэмэджа от столкновения, от коллижнс. Нету. Не, ой, это хорошо. Мы врезали, не задавит. Всё, сейчас я их подобью, не беспокойтесь. Ну давай. Иди сюда. Нет. Смысла. Объясните, пожалуйста, почему мы перестали двигаться? Что у нас такого сломалось в танке, что мы перестали двигаться? Задавлю. Я не знаю, колеса, наверное.
Да ну, как бы, ну ладно. Отпусти, она меня держит за руку. Я не понимаю, я вот ему урон вообще наношу? Вот, конечно, такой вопрос непонятный. Так, вы не пробьете. Вроде вот маус что-то пробивали. А, я не попадаю. На упреждение стрелять надо, ты че? Да. Блин, по-моему, такая битва слепого с глухим. О, нет! Я не знаю. А, все, я ему выбил сидушку. О, мой танк продолжает воевать. Мой танк продолжает воевать, ничего не все. Он, по-моему, просто как Бисмарк с заклинившим рулем, продолжает идти по кругу. По-моему, да. А все, а я могу обстреливать так, в принципе. Кого ты можешь там обстреливать? Вот так вот. А, ты офигел? Он мне сидушку выбил. А вот так. Так тут и пушки не осталось. Оу. Да, я говорю... Ну, короче, это победила дружба. Победила дружба. Которая бензопила или которая сырок? У меня закончились патроны, я сваливаю отсюда. Так, ладно. Ну что, ребят, что еще потестим? Какие еще предложения есть? Блин! Не, вот этим у нас не получилось, потому что у нас там человек один, у которого были танки нормальные. Нам с Зузами... А, он там что-то этот... Нам с Зузами выбило прически. Че это вы реально полысели так? Ну давайте, ресетаем. Да, выбило новые прически. Короче, тогда сейчас пойдем в еще одну штуку, которую мы построили. Очень прикольно. На этот раз нам надо всем в одну команду, и предлагаю зайти к белым. Хорошо, сейчас перейдем, без проблем. А, тут вот замок поставил. Давайте, может, на замке попробуем? А то человек старался, все дела... Согласен, давайте маус против замка. Тащи всех в синюю. Хорошо. А, минуточку, у нас ПВП. Да. Не, я думал, мы типа все просто сейчас на замке сходим. Посмотрим, как оно будет. Ну так зачем? А как замок будет против мышей отстреливаться, подумайте. Там танк. Ну, ему был... вообще-то. Ну, у него пушки есть. Да, посмотрите, они находятся на 35 этаже. Они же вниз не стреляют. Не так... Мы же не изначально будет. Думали, что ПВП это будет какая-то такая стенка на стенку. Ладно, что? Сейчас тогда после замка мы этот немножко другое ПВП загрузим. Хорошо, хорошо. Так, я... Асик, я не в курсе, что у тебя ПВП выключено? Я специально свидание. Выключил. Так, по секрету. Я специально ПВП выключил. На бардаш? Ну, ладно, на него самого, значит. Там внизу зоопарк есть. Business. А, я так понял. Да, меня дисконнектнуло. Вы всегда можете посмотреть на отличный зоопарк внизу. А что, все прожали, что плыть? Ну, давайте посмотрим, хорошо. Посмотрим. Там на первом этаже, наверное, не совсем без ОПА, ну ладно. Нормально. Так, давайте, наверное, знаете, что сделаем сейчас? И так сойдет. Музончика подкину. А. Музончик здесь реально прикольный такой, успокаивающий, не знаю. И самый прикол, что этому режиму, я не знаю, там уже 100-500 лет, а он не меняется. То есть они... Нет, он меняется, они добавляют всякие новые локации, вот новый интерфейс добавили. Но старые вещи, которые здесь были приятные, они остались на том же месте. Это очень классно. Спасибо огромное. Как думаете, когда мы сломаемся? Ставлю на этого, на кальмара. Ставлю на радиацию. Это который из них? Там где пришелец или там где гриб? На самом верху. Там, где радиация. Капец. У меня не хватает предпоследнего. Я в этой зоне не был, я не знаю, что это. Мормон, предпоследняя зона радиация. А, вот у меня как раз ее и нет. Значит, посмотрим. Я думаю. Хотя по моим же предсказаниям мы на кальмаре сломимся, но кто ж там. Мармак, ты там всегда будешь. Ух, когда волны будут огромные, тогда повеселимся. Почему ты подняться не можешь? Погоди, там же лестница.
А потому что... Потому что, когда плывет корабль, там нельзя подняться по лестнице, тебя откидывает постоянно. Не, ну там... Он поднялся. Как вам тортик с конфетками? Хороший. Вкусно. Это тортик? Ну да, да, кстати. Ты какую конфетку будешь? Я, пожалуй, не одну из них. Знаешь, что они все с эффектом, я, пожалуй, воздержусь. Ну, подумаешь немножко сахара и любви. Я тоже, пожалуй. А что это было? Он лук достал. А это посох. Кто режет лук? Ниндзя режет лук. По лбу стук. А чё? А, теперь Катиполе. Я думаю... Да. Чё за тыквы? Блин, интересно. Вот была бы здесь таблица. Наверное, она есть в интернете. Я просто сейчас об этом подумал. Узнать... прочность каждого из материалов прям в единице. А зачем тут прям тут можно? Да, там прям написано. Есть? Да. Да. Круто. Значит, я просто слепошарник, когда на это смотрел. Да, вот. Просто смотри, вот тут, значит, в молоточке тут разные категории предметов. Угу. Вот. И тут после категории есть плюсик. На него нажимаешь, и можно сразу выбирать, ставить ли блок закрепленным, потом матч ретейтинг. Это знаете, вот когда общаешься с человеком, и уже через некоторое время ты такой, я слишком долго его знаю, поэтому мне стыдно спросить его имя. И просто такой, дружище, вот то же самое у меня отношение с этой игрой. Я ее обожаю, в нее играю уже сколько лет, но вот такие вот подробности всплывают только сейчас. Ай, блин. Мне кажется, сейчас наше свидание прервет лазеры. Нет, мы Space Invaders пройдем. Стреляй в них. Не-не-не, в них нужно стрелять с особым звуком. Пиу. Вообще, вот корабль можно строить из гарпунов любых, причем у них прочность 12. Да. Сонда. Я король. Тут просто у любого гарпуна прочность 12. Кстати, попробуйте я. Хорошо, в сравнении с какими материалами мы сейчас говорим? Вот, например, тот же бетон, у него какая прочность? Нет, ты пойми, что тут прочность, это вот один начальный камешек. Понял. Бетон, скажу. Бетон 5. Ну, тогда да, но выходит, что 12 это прям дофига. Да, золото имеет 9. Хо-хо-хо. Интересно. Спасибо. Итак, моя ставка, наверное, все-таки не сыграет. Ну, ладно. Мы выживем. Да, мы выживем. Обязательно. Волна. Волна. Готовьтесь на абордаж. Волны. Да. Ой. Да не, ну нормально, мы еще и на дно приземлились. Да. На наше самое днище. Оно не пробито. Не надо. Шутки за 300. Еще одна волна. Стреляй в волну. Да. Как там звали короля, который приказал плетками высечь море? Я об этом подумал. Стреляй в волну. Кто? Ничего себе. Все больше. Нет, они такие же. Да, короче, гарпуны самые прочные. Да. Офигенно. Нет! Нет! Но мы в безопасности. Ну, в принципе, да. Но только если мы не отсядем от кресел. Тортик упал! Где? Не, у меня тортик не упал. Помоги! У меня тоже... цилиндр снесло, офигеть, я остался с арбузами на голове. Мармок сейчас умрет. Король умер! Ваги. Как ты мог? Мармок, у него упало все, у него сейчас переходим на гимн вот. Блин, не надо. О, радиация. Нет, Мармок. Нет, все нормально. Там у него стекло только осталось, он сейчас может упасть и все.
не как в фильмах ужасов, так, когда человек падает на стекло. Да, радиация. Смотрим. Так. Но вот эти бочки, они достаточно хорошо наносят. Угу. И они взрывают. Но с другой стороны, вот. У нас там бампера из бетона. Да, но... Все-таки мы походу пройдем. С таким с такой обреченностью сказал. Эх, походу пройдем. Блин, да. Слушай, ну... Что у вас там происходит? Да, кому дом разбирать по частям? А, ну все, Мармок умирает, смотрим где вот так. Да нет, нет, нормально, вот это стекло по центру, оно останется, я думаю. Потому что бетона вокруг наворочено очень много, ну я, по крайней мере, очень надеюсь. Взрываем каменные блоки. Без смс регистрации. Да. Мой дом разрушился. Стасик, короче, все, не нужен твинк. А тут и так можно. Все, имба. Да, там с телефона просто жестко лагает. У меня телефон, блин, горячий. Он все, не может Roblox тянуть. Так, как мы переживем водопад? Вот с водопадом будет интересно, какой бок нас приземлит. С водопадом очень будет интересно, потому что Мармок может просто там перевернуться и упасть. Надеюсь, что этого не случится. Очень легко. Кусочков вот этих сбоку стекла не хватает. Получается, он может просто вывалиться. Нет, ну... Нет! Ну, просто взял и решил... Мы потеряли Мармока. Мы потеряли Мармока. А, кстати, а где кот? Кот давно съехал уже. А, так, а кто остались? Мы вдвоем остались? Да. Короля больше нету, правил тоже. А, мы вдвоем остались, мы должны это пережить. Ну, по нынешней позиции пока неплохо, но посмотрим после водопада. Ворвал всех на табуретку. Да. Да, мы должны... Так, и финальный момент. Там шипы внизу, да? Да. Так. Раз, два, три. И... Девочка, держись! А, не, ну норм. Очень хорошо приземлились, довольно. Даже не вверх ногами. Да. Интересно, куда мой цилиндр делся. Интересно, просто за счет чего игра такая решает. О, сниму-ка я вот шляпу этого игрока. Да. Да. Так, можно уже, в принципе, вставать. Ну как же, не вставайте до полной остановки самолета. А, ну да. Это призраки. Они заполонили планету. Говорю тебе, призраки это. Наш корабль разрушается. Оба! Пойдем. Нет, не могу. Все. Так, мы с Фрумом выжили. Единственные выжившие. Золото! Прыгай. Золото. Я закроюсь в сейфе. Я буду там жить. Золото. О! Портал! Золото. 105, неплохо. Не может. Так, что мы на этот раз пробуем? Что вы тут уже намастырили? Короче, вот сейчас не берите ничего, ни оружие, тут это, тут правило. Я понял, хорошо, я просто хожу, смотрю, ничего не трогаю. Коту это вот вдвойне, ничего не трогать, тут правило, осознаешь? Потому я не что... знаю. Потому короче, что в самолете. Все зависит от винта, которого, кстати, нет. Так, короче, давайте сейчас я опять помолчат, я расскажу. Короче, тут под землей база. Две тимы, одна тима дефает базу, вторая тима на самолетах летит ее пахать. Короче, вот.
Мармок, а откуда ты достал перчатку? Не знаю. Короче, потом на базе два гена снаружи базы надо отключить. Там их легко найти. Вот. Я там просто слабо себе представляю, лучше посмотреть раз. Ну, короче, этот... сейчас не играем, просто посмотрите. Хорошо, как мне в эту штуку забраться-то? А, собирайся. Вот, наконец-то. Поехали. Короче, Стасик, да, Путин, покажи. А как ездить? F. А нет, F это стрелять. Только что узнал. R. А там снизу слева, кстати, не написано. Оно неуправляемое, вы чё? Нет, в смысле оно неуправляемое? А, это баг. Да-да-да, у нас такое было. Это баг. Давайте тогда дубль 2 я загружаю. Хорошо. Нет! Меня не на том острове скипнули. Я тебя за это убью. Ладно, я пошутил. Ладно, я тебя за это убью. А, нет, я пошутил. У нас умер синий хаги-ваги. Ой, блин, я не то удалил. Если я все правильно понял. А я все правильно понял. Ладно. Где удалялка? Как мне отсоединиться? Как мне нормально все сделать? Поздно. Где? Волшебник. Короче, смотрите, берете и летаете на ВСД. Да-да-да, да, я понял. Но мне вот сейчас страшно, черт, эту базу убирать, потому что я там такую хрень убрал. Нечаянно. За тобой? Ну хорошо, давай попробуем. Да, сейчас за Стасиком, короче, летите, он вам покажет дорогу. Не, ну вообще так далеко можно было не отлетать, но ладно. Пикируем! Там у вас кто-то этот потерялся. Все, все полетели. Да ну, на самом деле, когда... Вот я не знаю, как это работает, но наш мозг сделан таким образом, что когда ты летишь, то... Что? Где? Где? Я, по-моему, ниже границы улетел куда-то. Нет! Да, прикиньте, я ниже границы улетел. Короче, когда ты едешь, все нормально. Когда плывешь, все нормально. Когда ты летишь, W не воспринимается как вверх, оно воспринимается как вниз. А я удачно прилетел. Я тоже, я ушел ниже территории. Давайте, вот, кто у нас долетел, просто приземлитесь. Это будет уже достижение, тут топливо не вечно. Это импосибро. Вы чё? Я приземлялся. Первый человек, который приземлился на корабль, тоже один раз приземлился, а во второй раз он утонул. Хорошо, подождите, давайте тогда я сейчас опять загружу, но только скоростью двигателя снижу. Да, можно бы, кстати. Я думаю, что это поможет. Немножечко больше времени на реакцию будет. У меня лично самая большая проблема с SW, потому что вот вверх-вниз у меня не ладится. Ну, когда медленно, я соображаю, а когда резко нужно, то я начинаю самолетное управление применять. А оно здесь не работает. А вот да. Угу. Хотя вроде... нет, нельзя. Не-не-не, тут нельзя. Давайте тут я дорогу покажу. Короче, наполовину тут только можно снизить, я наполовину и снижаю. Хорошо, хорошо, спасибо. Пробуем. Так, теперь... А, можно вообще селектул. Все, давайте. Ну, поехали. А код он этот, он остается. Да, я хочу что-то сделать. Так, я буду просто аккуратненько кликать, чтобы... Мне как бы не жалко, я забираю. Так, команда, пикируем вниз. Пикируем наверх. Нет, что ты сделал? Меня подпили, меня подпили. Не говорите, что у нас сейчас будут проблемы с тем, чтобы залететь. Будут, будут, чувак, гарантирую. А я разобрался. Моё, вот тут вот, что-то у меня тут тоже самолет, что-то это. Интересно. Проблема, говоришь, топливо заканчивается. Я его сейчас все сожгу. Вообще без проблем. Да, такое может быть.
Привет, да, удачи. Мышка, ты что вниз-то полетел, ты офигел? Ой, я что-то вижу. О. Я самый первый. А мой корабль отправляется дальше в полет. Что это за взрывы были? Посмотрите на мой корабль. Вот гены вырубать. У нас еще игра не началась, мы посмотреть. Вот гены, короче, вырубаете, открывается локдаун. Он сейчас и сейчас открыт, но вообще-то закрыт, не смотрите. Вот. Стой! Я не выключил. Да, вот по дефолту локдаун закрыт, короче. Активируйте два гена, он открывается. И, короче, идите сюда, идите сюда. Вот это первая фаза, вы гены, короче, врубаете. Вот, короче, открывается локдаун. В это время два человека... Где они находятся, эти гены? Это вот... Погоди, где они находятся? Потом проходите сюда. Сюда, все сюда. Проходим сюда. Здесь у вас будет две выбивалки двери, но вы там их возьмете наверху, короче, убиваете двери. Это довольно легко, там из двух выстрелов выбиваются. И подбирайте правильную комбинацию. Понятно. А как узнать, что она правильная? Кто должен где стоять? Ну, то есть, ее же надо где-то чекать? Или так нет? Это, да. Я скажу. Я скажу, если правильно. Хорошо. А я, походу, понял, как. Это похоже на игру «Угадай, какое число я загадал». Да? Так, ну, харе, ну, все. Все поняли, вопросов нет, я резетую базу. Не надо! Ребята, я нашел... Я успел починить в крокодиле. Ребята, я нашел способ, как узнать. Код? Вот не надо, Сережа, да, он не есть. Вот не надо. Короче, тогда Сережа в команде защиты, и я тогда хорошо, тоже. Хорошо, минуточку. А цель хорошо. Того всего, что мы делаем, просто добраться до самолета этого, кто первый? Или что? Или. Нет. Ну смотрите, вас в базе будет в это время, вот я и Сережа, мы будем вас, короче, обстреливать. Сначала зениток в первой фазе, во второй фазе с оружием. Да. Я пошел. Ладно, давайте попробуем. Короче, первая фаза — это гены снаружи, вторая фаза внутри — это когда комбинация. Угу. Так, Вова, пойдем, ну сначала давай. Найдем два крокодила, а потом... Все, это... вопросов нет, погнали. Так. Давай, Вова. Короче, еще. После первой фазы я ставлю портал в ангаре, и там можно будет возрождаться. Вова, типа давай чекпоинт? Сразу оружие возьмем. Что, Сережа? Давай сразу оружие возьмем. Да, конечно. Вот наше оружие справа, оружие рейдеров слева. Хорошо. Потом рейдеры красные, защитники красные, рейдеры зеленые. Это наше. Да, оружие. Я понял, я просто смотрю, сравниваю. Не-не, у вас только две выбивалки. Две выбивалки. Вот, выговорил. Так, только надо PvP-мод врубить. Да, PvP-мод все включаем. Так, у меня вроде был включен, но я сейчас... Так, тогда давай, Сереж, сразу меч, пистолет. Я взял. Ой, только друг друга вот не надо, там даже можно не бить, там урон так наносит. Все, выходим. Короче, есть. Так, все, вы запомнили? Нет, нифига, ну поехали. Да, хорошо. Короче, тогда этот... А, вон внизу управление на самолет подсказывается, прикольно. Сережа, короче, пошли тогда за зенитки сразу. Сядь. Давай. В этот... А чё ты... Что ты включил? Короче, это, давайте, 3-2 раз, это начинаем. Кто не начнёт, тот... Кот, да. Сядь в самолет. Сережа, в рифму говорить нельзя. Понятно, я знаю. Хорошо. Так, Вова, я выбираю эту, она ближе. Давай, да, это уже... Так, если они выйдут из строя, туда, вот на эти... Ой, подожди, стойте, не летите, пожалуйста. А, уже полетели. Короче, Сережа, один тут обороняйся, я локдаун забыл закрыть. Ты опять ладно, скорость выставил тут... на базовую, ну ладно, черт с ней. Кто не согласен, тому бан. Кому бан, уж бан? Бан. Уже бан, одного... Уже можно. Дефолт. Сережа, патрон не вечный, вон у тебя написано. Вот у тебя уже 15 осталось. Как, черт побери, повернуться на крыло, оно же летит только вправо-влево. Да там как-то можно, я не знаю. Да. О, минус один. О, да, минус один.
Я так понимаю, второй. Остальные у нас не долетят? Я тут стилем пьяной улитки, вы чё? Да, бронированные истребители, можно этот, особо не уклоняться. Знаете, короче, ангар, он, не удался. А там нет никого, Серёжа. Реально? Да хрен его знает. Так. Так, кто-то остался, нет? Кто-то еще летает? Вроде о, тут есть запасные хватит. Самолеты, пойдем. Да, слушайте, дайте я скорость на двигателях уменьшу. Да не, пусть уж будет как будет, я привык вроде. Так нет, я все, я уже уменьшил. Вова! Кот! 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 Тревога! Тревога! Нет, я победил! Давай, давай, давай! Нет, генератор не активирован. Первая фаза, первая фаза. Сядь в самолет, чтоб тебя! Я не могу боком сесть в самолет. Прикиньте. Вова, у меня есть план. Будь там. Короче, правильные генераторы только с желтыми проводами и лампочками двумя, и рычажком. Я стою, взеваю, блин, я не могу. Да я вижу. Нет! А, моя шапка! А, нарушитель! Че, какое... Да я без вещей, погоди, я пришел посмотреть. У меня там самолет не запускается. Ну, то есть он валяется на боку просто, и я его не могу запустить. Чего, короче, хорошо, давайте сейчас скорость сделаем пониже и дубль 2. Да не, не, я посмотрю вот на вот этих клоунов, как они. Ну, то есть я был только что был таким же. Мне нормально, я могу ржать с того, что я только что сам делал. На, тревога! Мне нужно всего лишь активировать второй генератор. И тогда самолетики все, не надо. Ты всех спасешь. Да, так я активирую второй генератор. Вова, тихо. Кто вот это накручивает круги? Вова, отойди. Эл, привет. Сейчас вторая фаза. Это ты? Сейчас... Вова, нет, уйди. Это не я. Посмотри направо. А. Что с твоим лицом? Почему ты белый? Меня выстрелили. И мне больно. Вова, отойди. У меня есть идея. Привет. Нет, Вова. Ты погиб смертью храбрых. Да. Подумай! Одумайся! Надо защищать родину. Через портал можете ходить, я вам напоминаю. Как бы можно через портал. Вот эта штука, она тоже буквой F запускается? Ой, а, кстати, здесь... По... Слушай, но оно по-другому здесь. Погоди, а тут что? Ну ладно, я подожду, посмотрю. Да, Вова, ну как? А, в смысле? А как ты сюда пробрался? Чего? Через Вова. Красный портал нельзя, алло, через зеленый. Да, через красный нельзя. Жёсткий пайс. Так. Вова. Что там? Что ты не учитываешь? В чем прикол Вован. С этим самолетом? Ладно. Ну что там? А чё самолет так портал, блин? Портал. Так нет, ну посмотрите, этот самолет до сих пор. Уии. Серёжа, ты меня зарезал. А, ладно. Изи. Я ничего не вижу. Прикол в этом. Так вы друг друга порезали. Ну тогда. Иди через красный портал. Смотри, через красный, вы офигели? Не, а идите сейчас... через зеленый. Ладно, но ладно, давайте через... Так они же одинаковые, не? Зеленый выводит сюда. Нет, красный для защитников. Да. А, окей. Я вас буду... Вова, я теперь от первого лица, это лучше, а то я от третьего в стену. А с посохом моя... маг! А! С посохом маг. Бей их! Так это он наблюдатель. Ладно. Я не бью никого. Я минусанул мага. Из. Ты че там с АВП тоже, блин? Вот ты. А у меня ружка закончилась. Я возьму. Вот это фигануло. Погодите, а пистолеты ваншотят? Да.
Давай, давай, Сасик, один на один. Давай, давай, давай. Давай, давай. На ножах, на ножах, давай, давай, на ножах. Давай, да, на ножах. Давай, на ножах. Давай. Да, да, один на один на ножах. А, тут кот. Котка топсичировал. Минус один. А, минус одно. Штуки можно было катапультироваться? Это, о. А. Из, да-да-да. Да-да. Вова, это сам меня порезал. Меня мечом. Давай с пистолетами ходите, не с мечами, а то как-то это больно. Да. Давайте, короче, вы группой у порталов соберетесь. Нет, ну это ж нужна тактика, это ж нужно обговаривать. Ну, а у них что, войта нет? А, да. Да. Меня, Фром, ну ты не участвуешь, так нет. Так я убил, нет. Так я ж не трогаю никого, у меня оружки даже нету. Кот проходит, Вова, тревога. Хз, у него есть пробивалка? У него есть, у него огромная пушка. А, понял. Есть огромная пушка. Так, ты будешь пробивать или где? Я сейчас, я тут хочу исследоваться. Я сейчас я на мече новую засуну. Он его убил кота! Вот поэтому я тебе и говорил, что нужно как-то чесаться быстрее, а ты... Я ему снес одну хпшку огромной пушкой. Вы издеваетесь? Это ж просто нельзя так. Что нельзя? Я ему снес одну хпшку огромной пушкой. Да, так огромная пушка. А я ему маленькая и все хп. А, ты катапультировал, да, вот видишь, как катапультировался Стасик сейчас, вот кот так же. Блин, я не видел, честно, я спиной бежал, офигеть. Так, как вы это вот делаете? Так, Оба. Ноускопом, давай. Ноускопом. Ноускопом. На ножах. А мне лучше, что я выиграл. Фига себе. Из. Да. Из. Легчайшая. Из Паретус. Ай, чё мне персонаж, блин, сам бежал, ты чё? Через красный портал. Опа. Проход. Нельзя через красный, это мы Ой, только. Ой, это я случайно, я назад. А всё, да, а ладно, всё. Ладно. Ой, подожди, Стасик, почему он там делает? Что он там делает? Он двери выбивает. Тебе он чё, там не уже. Вова, открывай. Так, двери. Открывай. Открывай. Так, а в смысле, он туда вошел? Ой! Откуда? Я думал, что. А каким боком он туда вошел? Я не знаю. Куда? Ай-яй-яй-яй-яй, это было близко. А, я не понимаю, кот что там? Этого вы никогда не узнаете. Нет, он не там. Я посмотрел. А. Да. Рум, а чё ты-то не участвуешь? Ну это нечестно немного. Почему? 2 на 2? Так да. Нет, так вообще-то было предназначено это, что рейдеров было больше изначально. А, ну так, блин, тогда нужно было набирать команду. Ну там по 4 самолета, я понимаю. Ну, блин, врубай PvP-мод, давай это, сражайся. Да. Там несколько давай посмотреть на это все со стороны интересно, потому за что... За родину давай! Да, ё-моё, тебе интересно смотреть, как меня Серёжа режет. Ну вот. Давай, стой, Стасик, давай, на ножах, на ножах, давай, один на один, давай, давай, один на один, давай, один на один, давай, 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 быстро. Так, котяра, ты ж там... Ай-яй-яй-яй-яй, это было близко. Ты ж там... Я пытаюсь. Ты же вроде как хорошо дерешься, ты чё? А, в смысле у нас уже двери нет? А, нам двери выбивают! Тут надо! Я выиграл! Комбинацию! А почему я умер? Я от сердечного приступа умер! Наверное, да! От совести, замучила совесть! Я выиграл! Я вот первый был сразу приколы! Да! Я это сделал! Я освободил вас всех! Стоп! А ты комбинацию подобрал? Вроде. А как подбирать комбинацию в такой панике, когда тебе
Это мечом в затылок тычут. Да, можно, Мармок, сейчас, подожди. Нет, комбинация неправильная. Да, комбинация неправильная, да, тут видно. Так вы что, из четырех символов, а как ее подобрать? Так, ладно. Поэтому ты еще не победил, надо правильную комбинацию. Иди группу комбинацию подбирай. Сережа, какого хрена ты меня зарезала? Сейчас что-то не понял. Это мой меч сам зарезал тебя. Так я же сказал, давай с пистолетами бегать. А пистолет. Тогда бы его пистолет сам бы тебя застрелил. Ну это логика ж. Ну да. Пошли. Как я сразу не понял. Ёбы, там Стасик под щитами. Сережа, там Стасик под щитами. Где? Ну да, теперь уже можно меч взять, я тебе отвечаю. Самое время. Чего у меня есть? Подожди, у нас там комбинации под этот. Стасик, не! Он под щитами, это нечестно! Он с щитами! Не, это что такое? Чего мое? Тут этот много! Где код подбирать? А в самом деле, как мы узнаем, какой код, если... Ты же должен сказать, какой, а ты же не смотришь, как он подбирает. А мы это скажем. Вот сейчас еще не верно. Сейчас скажем. О, я убил Стасика просто на... Молоскопом попал. Да, молоскопом. Неправильно, сейчас неправильно. Да, сейчас вообще все выключено. Вова, там они все. А что они там делают? Стоит, дежурит. Что у тебя? Ты бы видел, как это лично выглядит. Ну да, здравствуйте. А как я должен комбинацию подобрать? А вот так вот мы скажем. Короче, смотри, сейчас будет фокус. Сережа, короче, стой тут. Стой! Нет! Короче, да стой, подожди, стой, Стасик. Остановись. Подумай. Ладно. От своей жизни. Но чувак под конфетами, что вы хотите? Сахар с людьми еще не то делает. Короче, сейчас упростим вам жизнь. Чувак под конфетами. Да ё-моё! Да не, ну и чувак под конфетами, он очень быстрый. Я понимаю, что сладость, радость, но это не очень круто. Что вы знаете про гиперактивность? Блин, стоп, а чё я, зачем я так сделал-то? У вас традиция, короче. Кот в меня выстрелил этой фигнёй, теперь ты в меня выстрелил этой фигнёй. Все, короче, давайте. Подбирайте. Неправильно я сейчас. Ау. Нет, неправильно. Вот. Ладно. Там была правильная, но вы ее сразу же поменяли. Так была, значит, должно было сработать автоматически. Да блин, вот реально нечестно, вот Стасик, он очень маленький, в него попасть вообще оружием невозможно, даже катаной. Все, все, правильная комбинация. Катана? Угу. Не, ну конфеты, я думаю, это читерский ход, поэтому это, я не думаю, что это честно, можно засчитывать. То, что есть в игре, можно использовать. Что? А куда оно... Почему... Чего? Это была награда за правильный код? Да, это была награда за правильный код. Я думал, мы полетим на зеленом аллигаторе. Ах, вы ж это вот самое... Не, которое... там, короче, Uncharted, я что-то забыл выключить, оно не падало. Я сейчас включил, оно упало наконец. Зато у меня... Чего? Зато у меня упал арбуз на мои трусы. Ладно. Очень интересная информация, спасибо. Да. Так, ладно, ребятушки, да. Думаю, тогда на этом будем заканчивать. Сегодня получилась серия подлиннее, но мы посмотрели немножечко альтернативным взглядом на то, что можно делать в этом режиме. Пишите, как вам, что вам не надо? Ладно, я здесь, мне хорошо, мне... Встань. Нет, хватит, не ты, нет! Короче, я хочу ультразрыв сделать, не надо, пожалуйста, не трогайте. Но об этом вы уже не узнаете, поскольку серия заканчивается. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, побра. Всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда. Ха.